У ефірі програма «Новини регіону» у студії Крістіна Каранкевич. Вітаю вас і у гэтым выпуску глядзіце. Рамонт, якога чакалі. Маштабную рэканструкцыю па вуліцы Краснозвёздная ў Магілёве плануюць завяршыць да канца года. У Магілёве гэтай зімой зноў зальюць самы вялікі адкрыты каток у вобласці. Днепр у вышэйшай лізе, рэкорд Барысфена, спартыўныя поспехі ў выпуску. Спроба аграблення банка ў Магілёве. Як паведамілі ва ўпраўленні ўнутраных справ, невядомы ўвайшоў у банкаўскую ўстанову на вуліцы Каліноўскага і патрабаваў грошы. Пры гэтым, па словах праваахоўнікаў, ён пагражаў прадметам, які паходзіў на пісталет, кідаў петарды. Пакуль злоумыснік выказваў свае патрабаванні і пагражаў работнікам банка і кліентам, касір паспела націснуць трывожную кнопку. На месца хутка прыехалі супрацоўнікі падраздзялення аховы і блакіравалі будынак. Падазроны патрабаваў аўтамабіль. Пад відам супрацоўніка службы бяспекі банка з ім пачаў перамовы намеснік начальніка абласнага ўпраўлення ўнутраных спраў Александр Васільеў. У далейшым, благодаря грамотным дзействам, ему было предложено освободить заложников, предоставлена автомашина, и полковник Васильев вместе с ним выбыл в указанном направлении. Злоумыснік паспрабаваў збегчы і зрабіў некалькі выстралаў. Супрацоўнікі атрада міліцыі особага прызначэння і аховы прымянілі табельную зброю і затрымалі яго. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 Уголовного кодекса. Это захват заложников в количестве двух и более лиц из корыстных побуждений. На месте происшествия обнаружен предмет, похожий на пистолет Макарова, предположительно принадлежащий подозреваемому. При подозреваемом в рюкзаке обнаружены денежные средства в размере более 7 тысяч белорусских рублей, 150 долларов США, жесткий диск компьютера. Положительно, все это похищено из отделения банка. Праваахоўнікі ўстанавілі асобу рабаўніка. Аказалася, гэта грамадзянін Расіі, які ў верасні атрымаў від на жыхарства ў Беларусі. У Магілёве жыла яго маці. Зараз па месцы жыхарства праводзяцца вобыскі, а таксама іншыя следча-аператыўныя мерапрыемствы. Крыстіна Каранкевіч, Сергій Карпякоў, Юрый Аўласцоў, Навіны рэгіёна. Маштабны рамонт па вуліцы Краснозвёздная ў абласным цэнтры плануюць завершыць 2017 годам. Некаторыя работы будаўнікі скончаць ўжо ў лістападзе. Ва ўсялякім выпадку яны абяцаюць плаваць па праезжай частцы падчас ліўняў, як гэта было раней. Цяпер аўтамабілістам не прыйдзецца. Наколькі зменіцца выгляд мікрараёна Казіміраўка, даведалася Алеся Рыбалка. Вось такімі фотаздымкамі ад жыхароў Казіміраўкі перапаўняліся сацыяльныя сеткі ўсялякі раз пасля шчодрых дажджоў ці хуткага таяння снегу. Плысці па такім возеры мала хто адважваўся. Зразумела, рамонту дарогі чакалі ўсе – і вадзіцелі, і пасажыры, і пешаходы. Очень-очень плачевное состояние. В данный момент вы можете посмотреть здесь. Но вся такая дорога была. Я работаю 3 года, она уже 3 года здесь такая же дорога. Давно уже надо было делать. И дорога вообще никудышняя. Все время здесь потопы были, особенно если вон там плавали все время. Узровень дороги на гэтым проблемным участку покинули былым. А вось далей, у бок улицы Карасева, понизили и пачалі там будовать ліўневый коллектор. Термин его уводу – май будущего года. Пасля, обяцают будовники, про великую воду на Казіміраўцы можно забыться. Цивилизованный выгляд нарэшце набудзе и сама проезжая частка на Краснозвездной. От канчатковага припынку до улицы Карасева 400 метров четырехполосной дороги уже опранаются у новый асфальт. Листопадом дорога будет сдадена. И гэта не апошние работы до конца года. Посмотрите, как растулась Казіміраўка. Конечно, должна быть и дорога, должны быть подъезды, должно быть электросвещение, должны быть удобства, должны стоять остановочные пункты, которые мы уже заказали, которые будем в этом году должны поставить 4 остановочных пункта. В этом году запланировано около 3 миллионов белорусских рублей, и до конца года они будут выполнены. Обновление концевого припынку автобусов и маршрутных такси так само планируют завершить до конца года. Это станет зачином на перспективу. Справа у тем, что миновито тут запланировано будовництво поликлиники. Добрый подъезд до медустановы повинен заявиться загодя. Алеся Рыбалка, Денис Бутылин, Новини региона. У Дрыбінскім районе у аварии загинул жыхар агрогородка Расна. Автомобиль, на яким он ехал, выскочил у кювет и сутыкнулся с древом.
Водитель загинул на месте, причина аварии покуль невядома. По словам инспектора ДАИ, згодно попередней информации, мужчина не справился с кированием. Еще одна авария с тяжкими наступствами отбылась у Могилеве. На мосте по проспекте Шмидта сутыкнулись одразу три автомобили. Вось кадры, снятые видеорегистратором видовочца. По словам инспекторов, автомобиль Мазда спочатку урезался у Volkswagen, який ехал упереди. От удару машину откинула на сустречную, где она протаранила Opel. У этом ДТ травмы отримали водитель и пассажирка Мазды, жанчына у реанимации. У обставинах аварии разбираются специалисты, и они шукают видовочца аварии тех, кто мае запись сутыкнения на видеорегистраторы. Коли вы можете допомогчи правоохранникам, звертайтесь у дежурную службу ДАИ. У Кировском районе Калявёски Зеленая Роща знойдено место падения советского хуткосного бомбардировщика. Он был сбит немецкими самолетами у липени 1941 года. Удалось установить имены двух советских летчиков. Их прозвища будут нанесены на безыменные помники, где похованы воины. По словам керовника историко-патриотичного клуба «Викру» Миколая Борисенки, на початку войны Калявёски «Зеленая Роща» два немецких мессера сбили четыре советских бомбардировщика. И свідки того поветренного бою бачили, как немцы забирали у полон летчиков. Один из них поспел прокричать мясовым имя своего смертно раненого сына с просьбой поховать его. И сегодня стало известно, тогда поховали стрелка-радиста Павла Петровича Мазурина из Щетинской области. Вязковцы по вспоминах своих батьков назвали викруцем еще одно имя летчика. По архивных документах установили, это командир экипажа Миколай Мартынович Мотлич с 38-го бомбардировочного авиационного полка. На лето клуб «Викру» планует отшукать авиарухавик одного самолета, как по номеру установить экипаж и часть, где служили летчики, и высветлить имена еще трех экипажей, что загинули в этом месте. На Могилевском спорткомплексе «Торпеда» сёлета зноў будут заливать каток. Засталося дачакацца адпаведнага надвор'я. Узгадаем, апошнія три гады пляцоўка, якая лічыцца самой вялікай у вобласці, заставалася без лядовага пакрыцця. Ранее комплекс належал автомобильному заводу «БелАЗ», головное предприятие якого находится у Жодина. Уладальнику объекта было немытозгодно працевать на объекте. Выйти знайшли мясовые улады и организовали смену уладальника. Свои правы автомобильный завод передал Могилевской школе Олимпийского резерву номер 2. Разом с тем предприятие пообещало выплатить компенсацию по мере 1 200 000 рублей. Первый транш уже трапил на рахунок. Зараз на объекте идут ремонтные работы. У планах новых господаров сделать торпеду с участным физкультурно-оздоровленчим комплексом. За мной блок А, так называемый, где можно сделать, ну, я назову его фитнес-центр. Вот он двухэтажный, на первом этаже там сауны с бассейном, вот, и на втором этаже порядка 500 квадратных метров фитнес-центр. Если бы это все удалось сделать, я думаю, что равных фитнес-центров в Могилеве, ну, просто не было бы. Во-первых, уникальное место, лес. Здесь природа уникальная, рядом лыжероллерная трасса. Если зимой мы зальем каток, можно побегать на лыжах, прийти в сауну, позаниматься в зале. У першине у республики на Могилевщине пройдет фестиваль союзной державы по творчести инвалидов. Это больше за 300 удельников и тыдневая насыщенная программа. Удел у фесте примут творчие делегации из усіх областей Беларуси и Минска и 6 регионов России. Волонтеры, которые будут сустракать и сопровождать гостей фестиваля творчества инвалидов, загодя прошли специальный курс. Студенты медицинского колледжа и университета Куляшова при навучанні мають на увазе работу с людьми с инвалидностью. Але на практике, кажуть, все оказалось больше складано. Надел повязку, попробовал, как это без зрения. Думал, будет легко, но на самом деле очень сложно. Сложно ходить, находиться вообще в социуме, вот, спускаться, подниматься. Это очень сложно. То есть ты это понял? Да, это очень сложно. И быть волонтером – это тоже ответственная работа с такими людьми. На самом деле тяжело очень морально к этому подготовиться. Мы с первого курса ходим на такие мероприятия, чтобы действительно добиться чего-то, какого-то успеха. Фестиваль «Союзной державы» пройдет с 22 по 26 листопада на базе Могилевского областного методичного центра народной творчести и культурно-осветницкой работы. Основной пляцовкой станет концертная зала «Могилев». Узрост конкурсантов от 26
30 до 70 годов. Яны представят свои умения у 11 номинациях. Когда мы столкнулись при подготовке данного фестиваля, люди готовы, участники, отказаться от сопровождающих лиц, которые, ну, подолгу должны их сопровождать. Это как инвалидов с колясочников, инвалидов по зрению, которые практически ничего не видят. Они готовы отказаться от квоты сопровождающего, только чтобы больше попало участников художественной самодеятельности. Сустракать такий фестиваль справа сур'ёзная, бо для людей з абмежаванымі магчымасцямі галоўная умова – гэта безбар'ернае асяроддзе. На вуліцах, у гасцініцы, на сцэне. І тое, што для гэтага саюзнага фэсту выбралі Магілёў – добрая адзнака гораду. Кацярына Гарадніцкая, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна. Самым фінансава адукаваным вучнем Магілёўскай области стаў Александр Дубаделаў з 18-й школы Бабруйска. 11-класнік перамог на областным этапе Республіканскай олімпіяды па фінансавай пісьменнасці. На такі іспыт сёлета сваіх удзельнікаў дэлегіравалі 63 навучальныя установы в области. Чаму веды пра фінансы выклікаюць такі інтарэс у сучаснай моладзі, пыталіся нашы корэспандэнты. Галоўнае управленне Нацыянальнага банка Беларусі па Магілёўскай вобласці і абласное управленне адукацыі ўжо 4-ты год ініцыятары такой алімпіады. І з кожным разам колькасць удзельнікаў, а значыць і фінансава адукаваных людзей, становіцца больш. Да ініцыятывы далучыліся і ўсе банкаўскія установы вобласці цалкам. Гэта 18 камерцыйных банкаў. Эти дзеці – это будучыя кліенты банкаў. Для банков очень важно, чтобы эти потенциальные клиенты были финансово грамотные, разбирались в тех продуктах, которые предлагает банковская система. И это напрямую отражается на рисках банков. 1:30 пытанняў, прычым з розных блокаў. Банкаўская справа, падаткі, страхавання і гэтак далей. Ад атрыманых ведаў, якія абавязкова дапамогуць у жыцці, выйгралі абсалютна ўсе. Нужно знаць, как распоряжацца деньгамі, чтобы они приносили прибыль. Нужно знаць, как тратить деньги, чтобы заработать еще больше денег. И вы это знаете? Естественно. Я здесь только потому, чтобы быть в будущем более успешной, чтобы иметь потом стабильный доход. Это основа вообще экономически устойчивого государства. Это финансово грамотные люди. Разом с тем вызначены пераможца. Максимальный балл у бабруйчанина Александра Дубаделова. Наталья Ильинч, Алеся Рыбалка, Миколай Соболев, новин региона. Магілёўскі Днепр застаецца ў вышэйшай лізе чэмпіяната Беларусі па футболі, а баскетбалісты Барыс Фену разам з камандай Брэсцкай вобласці ўстанаўліваюць новы рэкорд рэзультатыўнасці. Галоўная спартыўная падзея нашага рэгіёну ў відэааглядзе Андрэя Шуляка. Днепр зноў прайграў, але застаецца ў эліце айчыннага футболу. У тым, што не зрабілі самі, дапамаглі іншыя. На гасцявую сустрэчу перад апошняга туру з Іслачу каманда з Мінскага району магіляўчані ехалі з адной мэтай. Настроімся на баевую ігру, будзем проста вырываць на кожным участку, потому што мы здесь прайгралі незаслужана, я считаю. Будем стараться сделать тут все, чтобы выиграть. У дняпроўцаў не атрымалася. Паражэнне 0-1. Гол на апошній хвіліні Іслач забіла з вуглавога. Негледзячы на паражэнне, магіляўчані засталіся ў эліце. Пасля усіх гульняў туру стала вядома, Днепр у зоне недасягальнасці. Вышэйшую лігу пакіне нехта іншы. І пакуль у футбалістаў ідзе падрыхтоўка да апошняга матчу сезону, баскетбалісты наадварот толькі набіраюць гульнявы тэмп. У чэмпіянаце краіны па гэтым відзе спорту каманды згулялі 6-ты тур. У яго рамках прайшлі і матчы магілёўскага Барысфена з камандай Брэсцкай вобласці. Чувствуется, что Борисфен гораздо сильнее. Вот, понятно, что они победят. Вот, не нравится единственное, что мне, что Борисфен в защите слишком много пропускает. Ну и в Брестской области ожидал я от них, конечно, чуть-чуть побольше. Могут ребята упереться. Хотелось бы, конечно, более напряженных игры. Магілёўская команда упэўнена перамагла гостей. До того ж, подчас другого поединку был установлен и новый рекорд у чемпионате. На двоих команды набрали 206 очков. На гэтый момент Барысфен – самая выніковая команда. У сярэднім за гульню яны набирают 100 очков. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона. Пахаладанне, часам нават мокры снег на тыдні прагназуюць сіноптыкі в области. Кароткачасовыя ападкі прагназуюцца ўжо з вечара панядзелка. Аўторак будзем сустракаць з мокрым снегам і галалёдзіцай тэмпературамі да плюс 4. У ноч на сераду слупок тэрмометра месцамі можа апусціцца да мінус 6, у дзень да плюс 3.
У четвер и пятницу ночь так само будет холодной до минус 7, а вось у день может быть и плюс 4. Прикладно такое же надворье чекается и на выходных, бодай что у день станет теплей. Такие температурные скачки могут стать выником гололедицы. Теперешнее надворье целком отповедает к концу листопада, и, говорят синоптики, можно лечить подыхом зимы. Наши новины доступны на сайте tvrmogilev.by. Ну, а я с вами развитываюсь. Дякую за увагу. До встречи в эфире.